обычно люди говорят, типа, о, в кульке, типа, в кульке у тебя продукты находятся, перейти. Вот, ну хочется прям так сказать, знаешь, но бываешь мягким. Я помню, как-то ректор сказал, ребят, вы здесь учитесь, и вам надо уважать свой институт, где вы находитесь. А если ты находишься в кульке, значит, что ты, да, дополнитель от кулька, ну, грубо говоря. И вот он тогда сказал об этом, и мне прям так проникся его речью. Когда то место, где ты находишься, ты уважаешь, не относишься к пренебрежениям, типа, да? А вот ты уважаешь, и это база. Это база, которая тебе, платформа, которая тебе дает дофига всего. Типа, вот реально, вот я в институте учился, и вот сейчас я заканчиваю магистратуру, вот я уже дописал диссертацию, у меня будет скоро защита. Это круто. Это, да посмотри повсюду, все наши из культуры. Понимаешь, я могу позвонить, у меня оператор будет, я могу позвонить, у меня хореографу. Мне не надо ни о чем заморачиваться. Институт дал мне такую базу, которую люди набивают через какие-то шишки, через какие-то опыты, через какие-то мероприятия или еще что-то. Да, да. Набивают эту публику, этих людей через какой-то... А тут ты с ними паришься. Прикинь, ты, короче, из театрала мешаешь. Я не ограничивал себя. Что мне понравилось в моем факультете, что я... Респект факультету, респект декану, вообще крутейший мужик на разминации. Ну, прям красавчик, да? Вот он стал доктором наук относительно своего возраста. Это, я считаю, гениальное. Доктор философских наук, кандидат там исторических наук. И вот когда он рассказывает, будучи у него на паре, ты просто вот у тебя открытый рот и вот так вот вникаешь. И вот он... давал возможность развиваться. Я встречал ребят из других институтов, у них вот, например, там возникают вопросы, типа пропуски, что-то. Пропуски, допустим, ты пришел, закрываешь, что было, сдаешь материал, и все, и тебя относятся нормально, четко. То есть ты представляешь институт тебя на большие сцены выпускает, если ты достоин что-то показать, ты готов что-то показать. Формируют тебе сцену, именно творческую, милая. Интересно, камера не поймала. Кстати, я битбоксер, и я не пью. Нет, микрофон. Делаю бит, и... Это мой скилл. Вот приехал в институт и понеслась. Начал заниматься битбоксом. Да, еще два армии, там, знаешь, что-то как-то пробовал, какие-то слушали, что-то. И получается, здесь начал более профессионально заниматься.